Доброго всем дня. Харьковская область, Украина. И Персик Хасанский, клон Железова. 24 июня. И вот в таком виде сейчас Персик. Уже и ветвиться дальше начал. То, как здесь вначале побила его курчавость чуть-чуть, так она и осталась. А новые побеги растут абсолютно здоровыми. И там он от земли веточки пошли. Ну, не от земли, а низко. И вот хорошо растет, ветвиться начинает. Вот он, следующий персик. У него приросты меньше. Намного меньше. Почему, еще не знаю. Это был даже посильнее, ну, побольше размером саженец, чем прошлый. Но, тем не менее, растет. Но на нем даже не было признаков курчавости. Вот. Все в фацелии. Цветет. Пчелы гудят. Постараюсь поставить к пчелам телефон, чтобы было слышно. А вот и третий персик. Он из всех пока что, ну, наверное, самый крупный. Больше всего зелени на нем. И что самое интересное, они растут без полива. Я их как при посадке холм проливал. Прям так, пока насыпал холм, буквально сантиметров 10 насыпал, пролил. Сантиметров 10 насыпал, пролил. И таким образом увлажнил весь холм хорошенько, в них посадил, и после этого больше вообще не подходил. Не, ну подходил, чтобы видео снять и понаблюдать, но я к ним больше не прикасался. Ни в плане полива, ни в плане каких-то других действий. Есть признаки, были и признаки курчавости, вот, побила веточку, вот, и вот одну. Но даже там вот уже молодая. Нормально листва растет.